Ценник на услуги такси в не меньшей степени связан еще и с тем, что не все автомобилисты успели переобуться. Активная работа шиномонтажников началась примерно неделю назад с первыми холодами. Однако с первым снегом она закипела. Водители экстренно меняют летние шины на зимние. Со снегом вот уже вчера работали часов до 9, то есть поток идет очень большой. И можно сказать, что уже не успеваем все делать. Для наших широт специалисты рекомендуют выбирать шипованные шины, а не липучку. С липучкой на стандартных 90 км в час тормозной путь увеличивается на 5, а то и на 10 метров. Да и в колее она не спасет. Автомобилисты переобуться успели, а вот я нет. Придется возвращаться в редакцию на такси. Чтобы доехать от Елецкой до Моршанского шоссе, придется отдать... Вау! А что поделать? Те, кто выбрал автобусные маршруты города, столкнулись с утренними пробками и, так скажем, избытком пассажиров в транспорте. Впрочем, большинство тамбовчан были готовы к капризам погоды. Я вообще-то и водитель, и пешеход, и рабочий. Да нормально все, зима пришла. Этого надо было ожидать. Мне вот с коляской. Сейчас чуть еще побольше снег выпадет, и я не смогу уже проехать. У меня нога болит, я и так с ней хожу. Все нормально, у меня всегда все хорошо. Сотрудники госавтоинспекции советуют уже начать перестраиваться на зимний стиль вождения. Нужно воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и других небезопасных маневров. Важно помнить о дистанции и боковом интервале между транспортными средствами. Полина Болотова, Илья Тырса, Данил Лучко. Область новостей.